Шарлотта! Шарлотта! Касса пуста! Пуста? Конечно, пуста, совершенно пуста, крестный. А чему вы удивляетесь? Что денег нет? О, ну и чудак же вы, крестный. Так ведь не часто водятся деньги в вашем сейфе. Нечего смеяться, Шарлотта. Что делать? Я сегодня непременно должен уплатить ростовщику Исааку по старому счету 272 франка за шкаф старинной работы в стиле Людовика XIII. Подождет. Подождет. Чего ему беспокоиться за свои деньги? Ну, он ведь не знает, что сейф пуст. Ну, крестный, ну, крестный. Ну, вы же богач, ну, вы же богач. Шутка сказать, господин Робурден, бывший торговец сукнами, владелец известнейшей фирмы Гранд Сен-Мартен на базарной площади. Да черт возьми! Да после того, как он закрыл свое дело, они ведь думают, что у вас ренты не меньше, чем 10 тысяч франков. Вот ведь простаки, крестные. Они не подозревают, что сейф пуст. Что ты кричишь? Сейф пуст. Надо платить. Да еще в последнее время мои милые наследники и наследнички не очень нежны со мной. А что бы это значило? Если бы я подыхал с голоду, они палец о палец не ударили, чтобы помочь мне. А я 10 лет осыпал их деньгами. А теперь вот, это же они. Они обобрали меня, взяли все до последнего су. А надо платить. Уж теперь пускай возвращают. Слушайте, нужно быть справедливым, крестным. Ваши племянники и племянницы очень нежны с вами. Ага. Они заботятся о вас, гоняясь за вашим наследством. Вы ведь сейчас как сыр в масле катаетесь. Вас целуют, балуют, вам льстят, вам угождают. Негодяи! Они обобрали меня, а теперь зарятся на последние крохи. Если бы я вовремя не прикинулся скрябой, было хорошо. Я бы от них куска хлеба и глотка воды не дождался бы. Шарлотта, крестница ты моя милая, если они только почувствуют правду, лакомый кусочек сразу исчез от своего стола. Некому будет ухаживать за мной, баловать старого дядюшку, а все будут называть меня этот старый мошенник Робурден. Ну, значит, нужно достать деньги, чтобы платить старьевщику. Достать деньги? Ты же с луны свалила. Где я их достану? Если только возьму в долг, весь город узнает об этом. А у меня и так долг заложен, перезаложен. Слушайте, крестный, а что если попросить у ваших родственников? Ну так, у одного 50 франков, у другого 50. Главное, чтобы их не напугать. У одного 50, у другого 50. Да, да с них ни одного су не выкинешь. Шарлотта, доставщик Исаак может прийти во время завтрака, когда все наследники будут в сборе. И если они только почувствуют правду, я пропал. Крестный, крестный. Крестный, стоит ли так убиваться? Ну, сколько вам нужно денег? 272 франка. 272. Придумала. А возьмите пока из моих денег. Ну, из тех 3000, которые доверила вам моя покойная тетя. Из своего наследства? Да. Да ты что? Я лучше пойду вон по миру с протянутой рукой. Да возьмите, потом верните. Все, эти деньги неприкосновенные. Крестный, ну возьми. Шалота. Ну ничего, ничего. Выпутаемся как-нибудь. Да. Иди пока готовь завтрак. Да. Вот. Скоро накрою на стол. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Как она сказала-то? С одного 50 франков, с другого 50 франков. Да. А что если попробовать, а? Надену, как я, желтый халат. В нем я похож на покойника. Ах ты, господи, какая неосторожность! Сейф открыт. Шарлотта,
Как я выгляжу сегодня? Прекрасно. Какой ужас. А глаза? Вот как у меня глаза-то? И глаза, они смеются и блестят. Какой ужас. Да почему? Ты слишком хорошо меня кормишь. Я молодею, и это может привести к полному краху. Вот. Так. Вот и сейчас. Знаешь, как я голоден? Ой, я готов съесть целого вала на глазах у моих наследников. 272 франка. Ах ты. Ну ничего, ничего. Это будет нелегко, но надо попробовать. О, Шарлотта! Что? Я не похож на умирающего. Господи, крестный! Да вам не дашь больше 20 лет! Ой, какой ужас! Ну ничего, ничего, Доминик, ты здесь, в Сан-Лисе? Ага. Нагрянул неожиданно, писать не хотел. Ой. Шарлотта, какая ты стала! Какая? Красивая, высокая, здоровая такая. И ты стал. Красивый, высокий, здоровый. Ага. 5 лет не видались, а я все думала о тебе. Да, 5 лет, 5 лет, 5 лет я тебя ждала. Шарлотта, я стал взрослым мужчиной. Поздравляю. Да, я сказал своим хозяевам, что я возвращаюсь на родину. Так я же приехал за тобой. Да, я за тобой приехал. Доминик, ты что, за мной приехал? Боже мой, Доминик. Дорогая моя, женушка. Дорогой мой, муженек. Женушка. Муженек, муженек. А, Доминик, да ты что? О, нет, нет, нет. Да, ты всегда была такой. Какой, какой, здоровый? Да нет. Слушай, а тетку помнишь? Да. Она всегда жаловалась, что ты не девчонка, а мальчишка. Да. А я любил тебя. И теперь ты молодчина. Да и ты, видно, не из трусливого десятка. А я образованная. Да, я образована. Слушай, а доставалось мне, когда я подговаривал тебя не ходить в школу. Нет, нет, если ты захотела стать барышней, ну это, да, ты бы стала барышней не хуже других. Нет, 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 нет. Мне это, конечно, надоело бы. Я предпочитаю выйти за тебя замуж. Эй, мы ведь поклялись любить друг друга. Это за цветущей изгородью в чудесное солнечное утро. Доминик! Ну, а когда ты хочешь венчаться? Сейчас. Дело-то только за священником. Доминик! Тетушка, умирая, оставила мне 3000 франков. Я попрошу свою приданую крестного, и мы поженимся! 3000 франков? Да, да! Ты что, богачка, что ли, Шарлотта? Да, я... Вот я дурень. Что такое? Да я так гордился. Что? Да нет, я даже не буду что, тебе что? Говорить. Да я не буду тебе говорить. Что? Да я скопил кое-что. Я скопил 300 франков, несчастные 300 франков. Я их откладывал по одному су. Вот они у меня здесь, в кармане. Милый. Милый мой Доминик. Это пойдет на цепочку и обручальные кольца. Доминик. Господи, господи, какой сегодня счастливый день! Как хорошо жить на свете! Знаешь, о чем я мечтала? Ага. Доминик, Доминик, Доминик,
Старая мельница, кажется, сдается в аренду. Мы на наши деньги арендуем ее. И я буду мельничать. Буду вся обсыпана мукой, как в те дни, когда ты ждал меня у плотины. Доминик, мы купим лошадь. А наши детишки будут разорять сорочьи гнезда. Хочешь? Вот хочешь, мы всю жизнь будем любить друг друга. Доминик, а наша мельница будет по-прежнему стучать. Тук-тук. 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 Ну, пусти меня, пусти. Мешаешь наклевать на стол. Ну, Доминик, сейчас придут племянницы Крёстова. Ну, пусть приходят, там нету, что... Ну, я бы им хотела сказать, кто ты такой, уже потом, когда все будет слажено. Карлотта. Иду! Так. Вот. Вот что я придумала. Когда все соберутся, ты выйдешь без всякого стеснения и скажешь Крёстному... Он ведь тебя никогда не видел. Здравствуйте, дядюшка. Зачем? Здравствуйте, дядюшка. Ну подожди, он мне вовсе не дядюшка. Это ничего не значит. Да как же он знает? Он же начнет меня расспрашивать, кто я такой, откуда я приехал. Отвечай, что тебе за благоразумие, первое, что придет в голову. Шарлотта, он не поверит. Поверит. Иду. Тук-тук. Тук-тук. Иди на кухню. Иду, крестный. Иду. Бегу. Сегодня мы первые. Да, действительно никого. Так вы говорите, доктор, у нас в городе свирепствует оспа? Да, и из 30 моих пациентов 20 поражены этой страшной болезнью. Изрядное количество. А сколько смертных случаев? Человек 15 на 20 заболевших. Делали себе прививку, Шапюзон? Нет, мне это не нужно. Мне пробовали привить оспу, но она не принялась. Я слишком здорова. Напрасно вы не обращаете внимания на этот кашель, Шапюзон. А, я вовсе не кашляю, просто чем-то поперхнулся. Я, доктор, за всю свою жизнь не принял ни одного лекарства. Меня ничто не берет. Я вас всех переживу. Немало друзей я проводил на кладбище. Да, наш город пустеет. И вы тоже умрете, мой друг. Как и все. Умрешь и не заметишь. От какого-нибудь пустяка. Типун вам на язык. Да ну что ж. Здравствуй, дорогой мне сгораемый шкаф. Здравствуйте. Ночью у него была бессонница. Он поздно встал, теперь одевается. Бессонница? Доктор, а в его возрасте поздно вставать – это дурной признак? Разумеется. Ну, что поделаешь, мы должны быть готовы ко всему. Да. Но, по правде сказать, ему было бы гораздо лучше умереть. Ну что это вы такое говорите, Шапюзон? Я даже слышать не хочу. Да? Да. А, вот и прекрасная госпожа Лоса. Благодарим вас, вы все так же галантны. А вы так же молоды и очаровательны. Королева. Королева Сан-Лиса. Что поделает почтеннейший господин Бассаж? Благодарю вас, он дома, он работает. Господа! Да. Сейчас сюда примчится моя кузина Фике со своим детским садом. Каким детским садом? Ничего не знаете, доктор? Со своей дочерью и жени, и молодым Лиду. Ничего не знаете, доктор? А что же это, дядюшка, не завтракает еще? Говорят, Рабурден не сомкнул глаз всю ночь.
Это, наверное, его мучила подагра. Что да. вы говорите? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, здравствуйте, кузиночка, извините, не заметила. Да. С утра бегаю по поручению одной своей приятельницы. Бракоразводный процесс. А, ой, бедняжка совсем потеряла голову. Ну, я в некотором роде веду этот процесс. Простите. Какое на вас хорошенькое платье, кузиночка. Благодарю вас. А сколько же оно вам стоило, а? Пустяки. Дорого, точно не припомню. Ну, так я вам скажу, сударыня. Да, откуда вам знать? А я знаю, дорого. Торговец-то разорился и распродает остатки. Ну-ка, просто любопытно было бы сравнить. У меня тут есть образчик. О, точно! Ну, я ему помогаю. Да, так трудно довести до конца даже самое пустяшное дело. Боже мой! Ну, неужели я сегодня так и не смогу поцеловать нашу прелестную жени? Кого? Какую жени? Какую? Вашу дочь. Мою дочь. Вы всегда приходите сюда вместе с вашей дочерью. С дочерью, ну да, с дочерью. Ну? Я? А, кисонька моя! Моя киса! Да. Это моя киса, моя киса. Киса! 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 Вот она моя. Берегите себя, дитя. Вот она. Добрый день, господа. Вот. Добрый день. Сударыня. Добрый вас видеть. Ах, молодежь, молодежь. Берегите свое здоровье. Я абсолютно здоров, господин Шипизо. Уверяю вас. Да. Как знать, как знать. Что это? Он здоров. Он здоров, господин Шипизо. Я здоров, господин Шипизо. Да, пойдите, соберите букет для дядюшки. В саду, там, садитесь. Да, да, да. Кис. Кис. А, доктор. Да? А жених этот, он здоровый? Ну, разумеется. Он здоровый, вот я вам скажу. Смотрите-ка, атаманские акции упали на целый франк. Атаманские? Да. О, а кажется, у дядюшки есть вот такие акции. Скажите же, господин Шипизо, есть ли дядюшки вот эти акции? Должны быть. Позвольте. Позвольте. Роберден никогда не умел выгодно поместить свой капитал. Вот для этого мне не хватало чутья. Мне не хватает сообразительности. Нет, уж извините. Да. Он все-таки нажил себе огромное состояние. Ну, конечно, я же не отрицаю это. Что? Он один из самых богатых и уважаемых людей в нашем городе. Да, да, да. А что вы качаете головой? Что, он разорился? Боже мой, разорился! Нет, он просто плохо соображает. Больше ничего. Я там бы сказал, что он плохо соображает и все. Еще, когда мы были компаньонами, я иногда, знаете, просто удивлялся. Да. Ну, никакой деловой смех. Да? Нет. Ведь хороша была бы наша фирма без меня. Ведь все деньги нажиты мною. И Роберден должен каждый день за меня Бога молиться. Ой. Да. Вот, например, вот посмотрите, вот на этот несгораемый шкаф. Ну, разве он на своем месте, а? Роберден нарочно мне в пику поставил его здесь. А, по-моему, он на месте и не чрезвычайно... Нет! Система он отличный! Мне знакомый! Я держу пари, что он набит золотыми монетами, а не вашими дурацкими бумажками. Прекрасный сейф. Большой. Большой, счастливый, талантливый, хороший. Ничего, ничего. Теперь же, Роберден, недолго осталось пользоваться своими деньгами. Не так, доктор? Разумеется. Не забыла я из-за вас. Я же принесла каши-манты для дядюшки. Да, да, да. Она освежает, приятно на вкус. Кузина? Да. Ой, вам нужно каждое утро съедать тарелку манны. Да-да-да, обязательно, обязательно. Вы же так заботитесь о цвете лица. Надо поправить, надо поправить. Интриганка! Она дойдет до того, господа, что начнет мыть посуду в этом доме. Да. Полное ничтожество. Если бы она могла, она бы насмерть закормила дядюшку своей манной.
Да. Ведь молочная пища вредна для стариков, не правда ли, доктор? Да, разумеется. Ну вот. Нет, это же я женщина, вы видели, а? Одевается как платье поношено, весь не причесано. Черт возьми, знаете, вес изрядный. Да. Ой, банка с помадой. А протестоны, вижу, векселя. Да. Просроченные закладные. Да. А это что, письма перевязаны розовые? Ой, смотрите, образцы вин. Доктор, образцы вин. Адрес зубного врача. Да. Это дай. Объявление акушерки. Резиновый корсет, который она искала целую неделю. Боже мой, боже мой. Господа, это позор. Да. Это скандал! А, боже мой! Если вам только рассказать... Это же она построила акцизного с женой. Что да. Говорите? И она выдала замуж мадемуазель Левершон за вашего грубияна аптекаря, да, который пришлось бежать неделю тому назад. Да. Нет, господа. Если бы она могла, она бы весь город перевернула вверх дном. Дядюшка, наш прелестный дядюшка, никогда не отдаст деньги этой презренной женщине. Как бы нагло она к нему не подлизывалась. А я вот думаю, что именно ей он оставит все. Да и она на это очень сильно рассчитывает, чтобы выдать замуж дочку. У ее жены теперь ведь претендентов хотят бавлять. Нет, ну это вздор. Я уверяю вас, это вздор. Вздор, ну. Дядя еще не вышел из ума, не правда ли, доктор? Разумеется. Конечно. Конечно. Не все такие, как я. Да. Я слишком горда. Да, я никогда не уроню своего достоинства, я не стану пресмыкаться. Я просто предпочитаю вообще ничего не иметь от дяди, но я не стану унижаться. Я не стану опускаться вот до таких мелких услуг. Да. Вот. Ну вот, теперь пойду соберу клубнику для дядюшки. Клубнику дайте-ка сюда. Я сама соберу клубнику. Что это с ней такое-то, а? Что, я не могу, что ли, собрать клубнику для дядюшки, а? Интриганка, а? И она просто хочет угодить дядюшке. Называется порядочная женщина. Да. Да, изменяет своему простофиле мужу направо и налево, красавица Вассер. 35 лет, а выглядит, как перезрелая груша-падалица. Да ну нет, ну нужно отдать ей справедливость, она еще очень хороша собой, да. И может доставить немало удовольствия и радости мужчине. Да, конечно, мужчине. Всему городу. Да. Ну а что, ну это же всем известно. У нее же в каждом шкафу спрятано по любовнику. Я вас уверяю. Она носит фальшивую косу и мажется. Доктор, мажется! Она мажется! А это вы ей эти рецепты кремов и притираний готовите? Да-да, разумеется. Я же вам говорю! Вот точно, мажется! Да, а при таких нарядах можно хорошо выглядеть. Да, я вам скажу. Каждую неделю шьет новое платье. Да. Стол у нее не хуже, чем у супрефекта. Да. Каждый день поит чаем своих любовников. Сахаром! Сахаром! А придет день, у нее хлеба будет не на что купить. Да, ну если только Роберден не оставит ей своего состояния. Да что, вы шутите, что ли? Нисколько. Обратите внимание, ее кредиторы терпеливо ждут. Она пользуется доверием. Ей достаточно заговорить о дядюшке, как ей все предлагают деньги. А знаете, как это называется-то? Как? Это мошенничество. Конечно, это же мошенничество. Ну почему? Ну потому что у нее какие-то грязные дела с этим Исаком. Ах, вот это, да. Ну, вот с этим Исаком, который дает в рост под большие проценты. Да, он шляется по всему городу и скупает за бесценок всякие старинные вещи. Да. Да. Я не боюсь ее. Я не боюсь! Я тебя не боюсь, красавица вас назвать. Да. Ну, если вы не хотите смотреть правде в глаза, то, конечно, это все может быть... Так, подождите-ка, вы что-то знаете, да? Ну-ка. А разве вы не догадываетесь, что она хочет расстроить брак вашей дочери с ним? Он состоял при ней всю прошлую зиму. Да что?
Да неужели это верно? Она пичкала его сладостями в своем будуаре. Это так же верно, как то, что они сейчас в саду собирают клубнику вместе с этим молодым человеком. Да. Точно! Сует ему руку для поцелуя, а? А ты посмотри, что делает, а? Я благодарю вас. Я вас благодарю, господин Шапилдон. Я благодарю вас. Пожалуйста. Отбивать лиду у моей кисы. Пожалуйста. У моей малышки, у моей маленькой кисоньки. У кисоньки. Благодарю вас. Как не стыдно, бессовестно эта женщина. Благодарю вас. Здесь же моя кисонька. Кисонька, где моя малышечка? Кисонька моя, киса. Киса! Где же эта корова, а? Киса, где тебе киса? Вы хотите довести их до того, чтобы они вцепились друг другу в волосы? Ну что ж, меня это развлекает. Ой, да чего они смешные, когда разозлятся. Могу ж я немного позабавиться. Ну а между тем, как вы думаете, которая из этих дам все-таки получит наследство? Которая из них? Ну да. Ни та, ни другая. Ну как это? Ну неужели вы воображаете, что Рабурден оставит свои деньги вот этим сплетницам? Он правда глуп, но не настолько же. Ну ведь они же его племянницы, черт возьми! Племянницы? Ну и что из этого? Племянницы! Где это сказано, что надо свои деньги оставлять племянницам? И к чему? Племянницы, когда Рабурден окружен преданными и любящими его друзьями, которые не пропускают дня, чтобы не побывать у него на завтраке и обеде. Дело давно решено. 40 лет, как мы знакомы. Мы были компаньонами. А, мне достанется его дом. И осенью, я думаю, сюда перебраться, доктора! На кладбище, куда ты переберешься? Лечитесь, Шапюзо, лечитесь, послушайте доброго совета. Такой кашель может очень плохо кончиться. Ерунда, просто першит в горле. Ну нет, вы меня просто вынуждаете сказать вам это. Дело в том, что Рабурден обещал все свое состояние оставить госпоже Фике. Обещал? Ну да. Что же он всем обещает? Ну, а почему бы и нет? Рабурден хочет, чтобы его баловали. Это его право. Он оставит дом самому любящему, самому заботливому. Послушайте моего совета, будьте с ним поласковей. Да вы что, смеетесь на мной? Может быть, прикажете варить ему кашу или собирать клубнику? Ну нет, дорогой доктор. Я еще слишком себя уважаю. Но нужно сказать, я никогда не мог быть, вы знаете, равнодушным к страданиям этого человека. Без меня Рабурден давно был бы там, в могиле. Ну вы посмотрите, вот скоро завтрак. А стол не накрыт. Да. Нет ни соли, ни салфеток, ни перца, нет и хлеба нет. Шарлотта! Шарлотта! Боже мой, да чего же они все смешны? Бегают, суетятся, присмыкаются, на что-то надеются. И это при том, что Рабурден клятвенно обещал все свое состояние оставить мне. Но меня-то никто не упрекнет в подобострастии. Давайте. Так, идите сюда. Это дело врача. Вы кладете их всегда слишком низко. Вот так ему будет удобнее, как в колыбели. Дорогой Рабурден! Знаешь,
Оставьте это дело врача. Рабурден, идите, садитесь в кресло. Я сбил вам подушки. Вам будет удобно. Просто как вы видите. Благодарю вас. Благодарю вас, дети мои. Дядюшка, вот ваша каша, манная, сладкая, на молоке, с сахаром, сахаром. Сама сварила. А я вам клубнички собрала. А я нарезала хлеб. Дядюшка, позвольте подарить вам цветы. Даже цветы? Да. Боже мой, пишите. Вы его утомляете. Достаточно, вы его утомляете. Мне стало немного легче, дети мои, только ноги вот, ноги, словно свинцом дали. Мы сегодня что-то неважно выглядим, черт возьми. Не правда ли, я очень плохо сегодня выгляжу. Да, да. Я провел мучительную ночь. А мы знаем про мучительную ночь. Значит, пульс ничего не говорит. Так, позвольте. Дышите глубже. Еще. Еще. Покажите язык. Язык тоже ничего не говорит. Язык тоже. Даже язык. Ой-ой-ой. Мне не нравится такое отсутствие симптомов. Да? Это дурной признак. Вы так думаете? Я вам сейчас выпишу рецепт. Одну минуточку. Сейчас. Сейчас, дорогой. Ерунда, дядюшка, дядюшка, вы проживете до 100 лет, я вам говорю. Да, 100 лет, это уже слишком. Нет, не слишком. Кто тут у нас у Рабурдена душевание легко расстается с телом. Да, моя вздор, а Рабурден сам отлично понимает, в каком он положении. Не так ли, Рабурденчик? Да, мой друг, да. Но он молодец, он все еще тянет, потому что живет одними лекарствами. Доктор, доктор. Да-да. По-моему, у него что-то злокачественное в крови. Друг мой, да вы что? Нет, я говорю не для того, чтобы напугать вас. Ну, вы очень больной. И всякий пустяк может вас свалить. Да, потому что вы сами ведь знаете. Вы сами знаете, черт возьми, что с вами будет, а? Хорошо, я ж не умер еще. Что такое? Вы не выносите. Дядюшка, на всех переживет еще. Шарлотта! Нет, дети мои, Шапюзо прав. Я так слаб, так слаб. Недолго мне еще быть среди вас. Так, Шарлотта, вот, возьмите, будете принимать микстуру через каждый час по столовой ложке. Потом после каждого приема пищи порошок. И с утра три пилюли. Три. Вот рецепт. И через день щелочная ванна. Нет, лучше каждый день. Каждый день. Если к вечеру наконец-то станет хуже, пошлите за мной тогда. Доктор! Да-да. А мне можно поесть? Чего? Поесть? Зачем? Разумеется. Но... Что-нибудь легкое, только очень, очень легкое. До вечера. Ой, до вечера. Дядюшка, а каша-то совсем остыла? Ну-ка, давайте-ка. Ему лучше воздержаться от еды. Небольшой. Когда бедный Рабурден, да-да, аппетит у вас совсем пропал. Ну. Одну ложку, чтобы доставить нам удовольствие. Оставь его покое. Ему нужно одно. Лечь в постель. Шарлотта, уложите его в постель. Шапюзо, оставьте ее.
Я не голоден, аппетита нет совсем. Но под ложечкой сосет. Вот, сосет под ложечкой. Ешьте, дядюшка. Сколько сможете, столько да, съешьте. Да, никого да. не слушайте. Сейчас да я вас да, покормлю. Самую даже. Малость, самую малость. Чувствую я, что конец-то близок. Да? Да. Скоро я не буду докучать вам. Скоро я покину этот бренный мир. Господи, да разве можно говорить такие вещи? Что это такое? Не тяжьте себя надежды, дети мои. Нет, чувствую я, не жилец на этом свете. Жабурден, это может вам навредить. За вами нужен глаз да глаз. Смотрите, уже все съел. Да, молодец. Молодец, дядюшка. Молодец. Просто ему понравилась моя манная. Молодец. Все съел. Все, ты посмотри-ка. Все съел. А? Да. Дядюшка, а что это сейчас? Да, делаешь? Это Лизбет, один глоток. Я так слаб, что... Ну, достаточно, ой, дядюшка. Нет, нет. Ну, дядюшка, что... Ну, все, все, все. Надо позвать Шарлотту, пусть уберется со стола. Извините! Дядюшка еще не пробовал моей клубники. Вы ведь не пробовали, не откажетесь попробовать моей клубники? Ну, дядюшка, теперь подавиться, что, чтобы доставить вам удовольствие. Извините, я же не мешала вам пичкать его вашей маной. Это же неудобоваримо ваше месиво. Дядюшка, вы не откажетесь клубнички моей попробовать. Нет, вы извините, я не позволю причинить ему вред. Лизбет, перестаньте. Дело в том, что прежде чем приступить к клубнике... Слышали? Да. Дело в том, что Шарлотта обещала... Что обещала? Вот что она могла обещать? Я не понимаю. Котлетку. Да, котлетку! Котлетку! Расстроить ваш желудок! Совсем крошечную для аппетита. У меня сосет под ложечкой и сосет. Вот ваша котлетка. Вот, вот. Не надо. Вот. Не. Давай, лучше. Давай ее сюда. Чудесо. Отрежьте мне кусочек хлеба. Но если он этим куском не подавится. Ну что, крестный, может быть, сделать вам еще глазунью из двух яиц? Нет, в коем случае. А почему? Глазунья слегка прожаристая, с перчиком. Да, это легкая еда, она не вредит пищеварению. Нет! Ой, господи, ну нет так нет. Шарлотта, вот видишь, как они заботятся обо мне. Они любят меня. Да. Вы любите меня? Да, 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 да. А я ведь так слаб, так слаб. Этот завтрак его доконает. Да. А беседую с вами, я забываю о своих немощах. Да. Да. Вот даже, видите, так вот незаметно и позавтракал слегка. А где Жени? Кого? Какая Жени? Алло. Какая Жени? Ну, как ваша дочь. Киша! Киша, да. Я помню. А где киса? Киса! Кисонька! Она уже пошла в беседу. Да не оставьте ее, ребята. Я счастлив, что малютки целуют пальчики в моем саду. А, он счастлив. Он счастлив. Вот. Да. Семья. Вот это самое главное. Хорошо себя чувствуешь, да, только в лоне семьи. Да. Крестный. Вас спрашивает какой-то молодой человек. Да? А ты его знаешь? Mm-mm. Но у него большая корзина. Большая? А, ну тогда пусть войдет. Молодой человек! Молодой человек! Здравствуйте! Дядюшка! Дядюшка! Молодой человек, что вы делаете? Вы в доме-то у господина Рабурдена, вот он. Да, да. Здравствуйте, мой милый. Ой-ой-ой. Так, а я и говорю, у моего дядюшки Рабурдена. Угу. Да, у одного из самых уважаемых людей в Сан-Лисе. Ну, как? Как поживаете, дядюшка? Да превосходно, превосходно,
И опять это. Нет, мой милый, так. Помаленьку, дядюшка, помаленьку. Это наверняка мошенник какой-нибудь, вы его знаете? Да ты знаешь, пытаюсь вспомнить и не могу. А я Доминик. Ага. Сын Долговязого Луки. Долговязого Луки. Ну, конечно, вы знаете Долговязого Луки? Нет. Ну, у него ферма в Присаке. Ферма в Присаке? Все время. А меня послали в Париж за семенами. Да, вот отец мне и сказал. Он говорит, ты будешь проездом в Сан-Лиси? Обязательно зайди к своему дядюшке. Да, передай ему от нас привет, говорит. Говорит, захвати для него гусей. А гуси-то у меня в корзине. Откормленные жирные гуси. Вот! Вспомнил! Я вспомнил! Лука! Конечно, это Долговязый Лука, и это ферма в Присаке. Да. Ну. И женат он еще на этой, как ее, вот. А, ну Матюрини-то я где, дочери Жерома Бонардели. Матюрини. Матюрини. Ой, как я рад тебя видеть, племянничек. Ой, как я рад тебя видеть, племянничек. Я все смотрел на тебя и думал, какое же знакомое лицо. Вот ты, как две капли воды, похож на одну из моих покойных тёток. Ну, как там присадь в этой ферме? Все здоровы? Да, благодарю вас. Все вам кланяются. Ну, вот. А ты чувствуешь себя как дома, да? Да. Вот здесь все свои друзья, родственники. Ты же знаешь, это единственное утешение, можно сказать. Последние минуты моей жизни. Да что вы, дядюшка? Шапино, отрежьте мне еще кусочек хлеба, я поем клубники. С удовольствием, чтоб ты лопнул голову. Спасибо, мой друг, спасибо. Ой. Как вы сказали, я забыла, Матюрина? Матюрит Таяндия. Таяндия. Ты Жером? Жером Бонардель. Бонардель. А вы когда-нибудь слыхали о таких кузиночках? Да. Да никогда в жизни. Да, да. Ну, на молодого человека глаза горят, как у вас. Но мы будем за вами следить. Вот это я возьму на себя. Крестный, вас спрашивает господин Исаак. Ах, да какая досада! Нам было так уютно в семейном кругу. Давайте пусть. Вот и он, крестный! Здравствуйте, господин Исаак. А я, вы знаете, расклеился. Ой. Ну, совсем расклеился. А вы он здоровый, как бык. Да. Благодарю вас. Я чувствую себя неплохо. Но, как говорится, Исаак здоров будет, когда денег добудет. Поэтому я пришел по поводу счета. Счета? Какого счета? Какого счета? Небольшой счетец на 272 франка. Это за шкаф. За шкаф. Какого? А вам что, не заплатили еще? Ай-яй-яй-яй-яй. Но если бы, господин Исаак, вы меня не знали. Помилуйте, месье Робарден, это такой, вы знаете, такой человек. Я хотел бы иметь с вас в 100, 200 раз больше. Ну да, конечно, конечно. Что такое, месье Робарден? Я не знаю, найдутся ли мелкие деньги. Ну, это я должен. Плачу я. Где ключ? Где ключ? Да я помню, я из-под подушки его вынул в спальне, да, положил его вроде в карман. Да я знаю, где я знаю, я знаю. Дети мои! Дети мои! Я вспомнил! Дети мои!
выронил я его здесь, наверное. Здесь же кнопка. Он упал здесь. Выронил его, да? Да. Ой, господи. Ой! Это Шарлотта. Шарлотта! Шарлотта! Ей же ничего нельзя доверить в доме. Она выбилась вместе с мусором. Но мы найдем. Да, господин Исаак, вы не торопитесь. А я могу деньги вам после обеда. Обо мне не беспокойтесь, месье Рабурден. Это вот. Ну да. Эпизод. В чем дело, мой друг? У вас не найдется такой суммы. Нет. У меня всего 37,5 су. Я не держу деньги с собой. Лишняя забота. Ну да, вот и правильно. Правильно. Господин Исаак, присядьте, вам придется подождать. Ничего, обо мне не беспокойтесь, месье Рабурден. Шибюзо, а может вы ошиблись, а? У вас не 37 су, а 37 франков, а? Нет. Ну да. О, девочка моя, Оленька, у тебя не найдется несколько золотых. Мой милый, дядюшки, ну пожалуйста. Я с удовольствием, ну, но в дороге к вам я бежала к Аске. Я расплатилась по счетам, и теперь у меня ничего нет. Я так сожалею, милый дядюшка, я гораздо. Боже мой, как неудобно просто, дети мои. Ну, да. Надо же найти, в конце концов, эти... О, да. Надо найти. Да, надо найти эти деньги. Деньги-то как? Лизбета? У меня нет, откуда у меня? А у вас нет? А? У меня ничего нет вообще, у меня вообще откуда у меня? Лизбета? Ну нету, правда говорю, нету. Откуда у меня? Есть! О, Ольми! Ольми! Вот вы знаете, вот у меня иногда день заваляется на самом дне. Вот среди всякого мусора там деньги вот бывает прям лежат там на дне. Я их никогда не вытаскиваю, а денег у меня тут бывает прям... Месье Рабурден, месье Рабурден, надо вам признаться, что сегодня вечером мне предстоит небольшой платеж. Как говорится, отдай Исааку долг скорее, жить вам будет веселее. Да знаю, знаю, знаю мы эти платежи. Но... Господи, дети мои! Родные! Семья! Да. Ну, надо же как-то... Надо, конечно. Ну, неудобно. Да. И потом я... Ой! Ой-ой-ой, бедный дядюшка. Ой, я как слаб. Ой. Слаб я просто. Так слаб, так слаб. Больно смотреть на старика. Больно смотреть, это его мука одна мука. Вам нужно 272 франка, дядя. Да, да, мой милый, да. Да вот, 300 франков. Ой, милый. Вот и племянничек, а. Ах ты молодец. В его годы иметь при себе 30 франков. Это хороший урок для старших. Ах ты, Господи, 300 франков. Дай я тебя обниму, малыш. Ты настоящий Рабурден. Молодец, зелень. Ты не нравится мне этот мальчишка. Я вам скажу, что это мошенник. И все. Господин Исаак, получите деньги. Да, я готов. Да. Благодарю вас. Но, как говорится, дружба дружбой, а деньгам счет. Вот, пожалуйста, 28 франков. Сдачи, месье Рабурден, 28 франков. 28 франков. Дальше. Рассчитаемся потом. Вот ты не представляешь, как... Как это запало мне в душу?
Семья. Вот ты говоришь, семья. Это самое главное в жизни. Это семья. Вот. А после моей смерти вот все это вот. Оно ж будет ваше. Месье Робурден! Месье Робурден! Я не стал бы беспокоить вас вот с таких пустяков. Я пришел предложить вам каминные часы. Часы? Зачем? А он хотел иметь часы для своей спальни. Ну так, это я каприз такой был. Я принес образцы с тех часов. Вот, вот, пожалуйста. А, вот это часы в стиле Людовика 15. Это часы в стиле Людовика 16. Стоп, да, да. Малыш, малыш, племянничек. Племянничек, пойдем. Я хочу тебе показать и посоветоваться, вот как они на камине в спальне да, меня будут. Нет, нет, твой свежий глаз, вот свежий глаз, он очень серьезный. Идем, 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 идем. Роднуля моя, иди, 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 родной, иди, 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 ты сейчас нам поможешь, потому что мы уже старим. А ты ой, молодой, и глаз у тебя как орел. Дорогой, господин Исаак, вы сегодня такой же букал, все такой же букал. И не откажетесь сегодня продлить срок моих векселей. Цимис, цимис, цимис мелькомпот. Ой, к сожалению, к великому сожалению, королева Сан-Лиса. Я ведь 5 раз переписывал ваши просроченные векселя. Да-да-да, как говорится, Исаак, дай сердцу волю, попадешь и в неволю. Почему вы, дядюшка, не попросите заплатить по ним? Дядюшка вас так любит. Тихо! Тихо! Ни слова! Ни слова, дядя! Я ведь заговорила с вами о векселях, думаю, что вы такой проницательный человек, видя, в каком положении находится бедный несчастный. Подождите, подождите, королева Сан-Лиса, я только что видел его, он таки еще молодец. Что? Да. Молодец? Доктор сказал, до вечера. До вечера? Да. Боже мой. Боже мой, если бы знак наверняка, я, пожалуй, переписал бы еще раз просроченные векселя ваши. Более того, я бы дал бы вам взаймы те 3000 франков, которые вы так вчера настойчиво у меня просили, вы же знаете. Я человек не злой. Господин Ишак! Но, как говорится, вашего дядюшку нелегко загнать в гроб. Он из живучих. Как вы ошибаетесь! Господин Исаак! Иду, месье Робурден! Запомните, королева Сан-Лиса жирная корова. Как говорится, жирная корова и больной человек приносит пользу только после смерти. Вот так. Иду, месье Робурден, я здесь. Я иду к вам. Нет, вы видели, с каким нетерпением ждет последнего вздоха бедного дядюшки, а? Ну, погоди. Еще никто не уходил из моих бархатных ручек. Пойдем, кисенька, пойдем. Пойдем. Нет, не надо тебе. Ты не должна это слышать. Девушка не может это слышать. Сударня, это вам. Чему обязан? Что, госпожа Васар заставляла вас целовать ей руки, да? Сударня... Уверяю вас. Бессовестный вы, как вам не стыдно. Покраснел, я вижу, что покраснел. Как вам не... Без... Ну, меня это не касается. Вы женитесь на моей дочери, да или нет? Я люблю мадемуазель Жени. Если надежды, на которую вы намекали, оправдаются... Не надо лишних слов, не надо. Не надо, просто да или нет, да или нет. Я даю за свою дочь 100 тысяч франков. К тому же, если вы оба будете хорошо себя вести по отношению ко мне, естественно, я подарю вам этот дом. Мне кажется, вам здесь будет удобнее. Спасибо, сударыня, но осмелюсь заметить, до этого еще далеко, господин Робурден. Плохо. К тому же киса не может так долго ждать. Дядя как-то должен, я не знаю это, поторопиться. Мы и так уже упустили из-за него 2 женихов, а я и скоро. О, 26. 28. О, 28? 28. Не, 26. 28. Что вы говорите, 26? 28. 26. 28. 26. 26. Какая разница? Свадьба состоится в сентябре, а не позже. В любом случае, думаю, следует повременить.
Мы представляем из себя ценность 100 тысяч франков. Все женихи в городе об этом знают. Но я же не отказываюсь. Да вот у меня есть список женихов. Я сейчас вам покажу. Какой список? Подождите, какой список? Вот у меня, пожалуйста, список. Вальдемар Белезон, 375 тысяч. Как Вальдемар Белезон? Кто это? Константин Леду. Кто это, Константин Леду? Это я. Вы? А вас вычеркиваем, вы же не хотите. Подождите, как вычеркиваем, сударыня? Я женюсь, дело решенное. Да? Да. По рукам? По рукам. Киса! Киса! Можете поцеловать мою дочь? Ага. В саду! Господи, столько хлопот с этими детьми! Столько хлопот! Господин, дядюшка! Господин Шамиров! Ой, какая я радость, дядюшка! Эти часы слишком далеко от него камин. Я предпочитаю на своем камине иметь часы в стиле Людовика Петра. 16-го. Не-не-не-не-не. Мне кажется, для камина больше подойдут часы в стиле Людовика 15-го, да? Вам же скоро будет понадобиться подарок для спальни новобрачной. Да-да-да. Господин Исаак! Я здесь! Господин Исаак! Я здесь! Должен вам признаться, месье Робардан, что часы в стиле Людовика 15-го. Они самые дорогие. Да. Они стоят 1200 франков. Да вы что, с ума сошли? Если бы я решил потратить такую сумму, я бы разорил свои досады. Конечно. Месье Робурден, господа, должен вам заметить, что часы, они лучше, чем деньги. Да, наличные деньги уходят, а часы идут и не отстают. Да, это последняя цена, да. Ну, как вам? Ладно, только для вас, месье Робурден. Часы в стиле Людовика 15-го и два канделябра. 1200 франков. Только для вас. Да, племянничек, ты слышал? 1200 франков. 1200 франков. Я здесь нового племянника. Робурдена страшно хочется иметь эти часы. Да-да-да, аппетиты его все растут. Давайте поклянемся, что никто из нас, выйдя отсюда, не побежит покупать ему эти часы и не будем показывать пальцами. Клянитесь. Обещаю. А мне обещать незачем. Остерегайтесь нового племянника. Как говорится, Господи, дай мне хлеба, пока я еще имею зубы. Иду, иду, королева! Ни у кого при себе из них не оказалось денег. Тогда я вынул свои 300 франков и отдал ему. Да ты просто дурень! Ты дурень! Нет, Доминик, это я дура! Это я дура! Я должна была тебе сразу все объяснить. Ну, прости меня, прости. Все, все, не переживай. Он вернет мне эти деньги, я не сомневаюсь. Замолчи! Замолчи! Ну нет, Крёс, я этого не допущу. Он вернет тебе эти 300 франков. И я потребую свое приданое. Сейчас же, садись. Дети мои! Вам не стыдно, крёстный? За что? Вы
Взяли последние 300 франков у этого бедного малого. Ну да, конечно, ведь это мой племянник. Да какой там племянник? Он чужой человек. Вы мне вовсе не дядюшка. Что? Я ему не дядя. Не дядя, не дядя бы ему. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ты поставь себя на мое место. Он лишь входит. Какая-то ферма в Пасаке, а то и говорит, здравствуйте, я ваш племянник, я, разумеется, поверил. И взяли у него 300 франков. Да, потому что я был убежден, что он мой племянник. Да вы мне даже сдачу не отдали. Конечно, потому что я был уверен, что ты мой племянник. Но вы ведь знали, что не сумеете вернуть ему эти деньги. Да черт возьми! Это же мой племянник, так я считал. Нельзя так обманывать людей, молодой человек. Ты мне еще и не то угрожал. Я хотел, чтобы он купил мне часы. Какие часы? Да. Какие часы? Как это какие часы? Ты что, забыл, что ли? С двумя канделябрами у тебя есть смотрение. А ты теперь забыл? Тихо! Оставим споры. Прежде всего, крестный, верните мне мое приданое. Твое приданое? Да, да, я выхожу замуж. Что? Замуж? Вот это силы небесной! Да ты как замуж? Ну, это же дело серьезное. А потом, ты еще молода для этого. Крестный мне 20 лет. Ой, господи, как девочки быстро растут. Нет, и потом, ты знаешь, это все надо обсудить, подумать. Это касается тебя. Касается твоего счастья, твоей судьбы. Ты знаешь, вот твой этот самый жених мне не нравится. Как? Нет. Что? Это, по-моему, он какой-то шалопай. Шалопай? Да. Вы же были от него в восторге. Ну, я снисходительен своим родственникам, ты же знаешь. А здесь речь идет о тебе, о твоем счастье. Ты что, ну посмотри на него, у него взгляд какой-то такой недобрый, вообще все. Ну, несчастно ты будешь с ним. Это я тебе говорю. Да вы смеетесь. Будешь с ним несчастна. Да вы смеетесь надо мной, крестный. Да. Несчастна с Домиником. Да. Так, все. Прежде всего, отдайте мне мое приданое. Ну, хорошо. Я тебе отдам приданое после твоей свадьбы. Да. Нет. Отдайте сейчас же. Ой, ты, боже мой, какая ты прыткая, да? Вот так вот возьми и сейчас... Нет. Сейчас я тебе его не отдам! О, Доминик! Господи, нет, посмотри, это просто чудачка какая-то. Она думает, вот так легко, а вот так взять и отдать требуемую сумму. А может быть, я вложил это? Вложил, да, в акции, вложил в предприятие. Крёстный! Антиквариат, ты что? Ну? Ну? Ой, прости меня, Шарлотта! Твоих денег у меня нет! Господи! Они! А это они! Боже, я тебе клянусь, это они! Они всему виной! Они отдайте мне все забрали! Мое приданое! Мое приданое! Они мне все! Они обобрали меня! Я пойду с протянутой рукой! Так вы даже заговорили! Иди! Вы не виноваты! Пожалуйста, не надо! Нет, тут... Значит, все кончено. У нас больше нет ни одного суху. 300 франков Доминика выманили. Ну, я же думал, племянник. 3000, доставшиеся мне в наследство, растратили. Нет, ну ты... И вы думаете, что я все так оставлю, да? Нет. Да плохо вы меня знаете. Я устрою скандал на весь город. Вот, и ты будешь совершенно права. Да ведь не я вас разорила. Шарлотта, я вам даже не племянница, а мы. Нет. А мы хотели мельницу арендовать, воздушные замки строили. Да видишь! Его же я отстаю. Я умоляю, не расстраивайтесь, вы так пейте мои, ну, не в деньгах счастья. Я тебе сейчас достану. Смотрите, да то какая из вас вы прелестная парочка. Ну, вы же просто два ангелочка. Нет, ты слышишь, ангелочка. У нас больше нет ни одного суда. Стоять, крестный! Стоять! Понял.
Садитесь. Садись. Так. Теперь, крестный, я хочу знать все. Говори с ним по-ласковее. Да-да-да. Ты говори по-ласковее, а то мне голова идет кругом. Довольно шуток. Кому достались мои 3000 франков? Кому? Да. Ах, кому? Какой племяннице? Какому племяннику? С кого я их должна требовать? Да, с кого? С кого? Может, старику Шапизо? О, вот это очень может быть. Или вы Дрифике? Ну, не поручусь. Может, Кривляки Васар? Не дам голову на отсечение, но очень может быть. Да говорите толком, да или нет? Нет, всякое терпение лопнет. Берегись, товарищ. Что? Дети мои, ну поймите вы меня. Я сам не заметил, как мой сейф опустел. Одному 50 франков, другому 50 франков. Они же обобрали меня, как липку. Господи, ну, если бы у меня были деньги, я бы отдал вам их. Ну, я не корыстный человек. Ну, а потом, после моей смерти, дети мои, вот это все, ведь это будет ваше. Да знаю я эту песенку, меня-то вы не обманете. Как вы сказали? После вашей смерти... Значит, мои деньги, мои, попали в лапы этой шайки? Бедные вы, детки мои! Уйди! Так шайка и заплатит! Клянусь жизнью, я получу все до последнего су! Так, сначала займемся вами. Вытянитесь в кресле и не шевелитесь. Ты беги к племянницам, к племянникам, к родственникам, пускай все придут сюда. Ты им скажешь, что дядюшка Рабурден при смерти. При смерти? Именно при смерти. Еще скажи, что он харкает кровью, хрипит, ничего не слышит и не видит. Ты что, ну так хоть объясни, в чем дело-то? Никаких объяснений, вы помрете. Да, Господи. Это решено. О, ты меня понял? Давай. Да, через 5 минут я буду здесь. Шарлот, ты что задумала-то? Никаких объяснений, сначала займемся вами. Нет, ну ты... Надевайте рубашку. Нет, ну а зачем? Какая рубашка? Я займусь комнатой. Ну, хорошо, ну... Подушки. Подушки брошены, куда попало. Так. У двери опрокинутый стул. Отлично. Вот. Так. Теперь я затоплю камин. Камин? Да ты что? Вначале ее не камин. Да ты что? Да я заболеть могу. Ты что? Это очень хорошо. Если бы вас стало трясти лихорадка, было бы очень кстати. Вот это интересно. Почему это? Так. Теперь нужно подумать о какой-нибудь отваре. Отваре? Да. Что это такое? Пырейный корень, отлично. Да ты что, какой пырейный корень? Я что-то после завтрака плотно. Да ты что, у меня корень не начался? Ничего, выпьете. Так, еще чего-то не хватает. Нет порошков, пилюль, микстур. Возьмем, что попадется под руку. Вот порошки, микстуры, пилюли. Для начала примите это. Что? Вот это все? Да ты что, с ума сошла? Ты со смерти моей хочешь, что ли? Я не буду это принимать. Так, теперь возьмем одеяло с кровати. Какое одеяло? Ну я задохнусь в этом одеяле. Ерунда. Одеяло необходимо. Все, я тебе сказал. Я не буду, не хочу этим заниматься. Все. Разве вы не хотите вернуть свои деньги? Вот. Заставить наследников содержать вас, а? Нет, ну это я хочу, конечно. Ты подразорви их немножко, да? Вот и прекрасно. Вот для начала я и заставлю их подарить вам часы для камина, которые вам так понравились. Я получу часы, да? Да, часы, деньги. Да. Я все получу. Только постарайтесь умирать как следует. Умирать как следует. Деньги и часы. Да. Шарлотта. По рукам. По рукам. По рукам. Садитесь. Ты будь сидеть по ласке. Да. Они еще могут прыгать. Давайте, вытянитесь в кресло. Ну, давай. Запрокиньте голову. Хорошо. Давайте. Давай. Так. Закройте глаза. Сейчас. Высуньте язык. О! Так, ну притворитесь, сейчас, что вы ничего не видите и не слышите. Сейчас. Ну, давайте. Отлично, крестный! Очень хорошо изображаете умирающего. Так. Внимание! Идет Шапюзо! Ладно, прохвост будет доволен! Господи, сударь, все кончено! Успокойся, сделаю. Ты видишь, я...
Совершенно спокойно. Я так перепугалась, вы знаете, я была совершенно одна. Он упал, мне пришлось его перенести и уложить. И вот уже полчаса он в таком состоянии. Нет, он еще дышит. Да-да, он еще дышит. Как все это произошло? Вы знаете, неожиданно, после завтрака. Да. А, ну он же ел, как голодный зверь, да. Огромные куски хлеба. Да, он побледнел, как полотно. Да-да, это... Глаза закатились. Да, и закрылся наружу. Прекрасно. Он был совсем как утопленный. Превосходно! Скажи, пожалуйста, а вот кровохарканье было? Было. Было, знаете, вот такое кровохарканье! Я думала, что он и зайдет кровью, бедный крестный. Вот он уже теперь и пальцем не может пошевелить. Чудесно! Чудесно! А голос? А голос? Наверное, был очень слабый. Увы, сударь, он не произнес ни слова. Правда! Я, наверное, слишком громко говорю, мешаю ему. Да не беспокойтесь, сударь, он потерял слух и зрение. О, достойный друг мой. Добрый друг мой. Ослеп и оглух. А ведь я старше его, да. Я слышу, как мышь пробежит. И зрение у меня как у ясеня. Да что вы сравниваете себя с крестным? Да вы похороните десяток таких, как он. Ну, 80 лет. Велика ли важность? Это вон 60 лет люди тяжело болеют и умирают. Посмотрите, лежит без движения мой бедный крестный. А вы твердо стоите на ногах. От вас просто веет свежестью и здоровьем. Ты права, малютка. Я прекрасно себя чувствую. Здоровье – хорошая вещь. Бедный Робурден, разве можно довести себя до такого состояния? Ну, я думаю, что, глядя по всем признакам, он уже... Никогда. Да, в этом сомневаться не приходится, сударь. И мы можем теперь без опасения, да, предаваться нашему горю. Да? Увы, сударь, без всякого опасения. Ни кровинки в лице. Ой. Ай, ты мой хороший. Да, совсем похолодело. Ой. Плачь. Да, да, дитя мое, плачь, да, малютка, да. Эти слезы росами бегут. Боже мой. Чтоб ты подох, негодяй. Ничего не говорит, только хрипит. Хрипит, мой бедный. Сказал, ничего. Чтоб ты подох. Нет, он ничего не говорит. Вы знаете, он только хрипит, мой бедный крестный. Вы знаете, он господин сказал, вы знаете, я до сих пор не могу найти того злосчастного ключа, а мне предстоят кое-какие расходы. К тому же я не осмелюсь ломать сейф. Деньги ведь теперь принадлежат вам. Нет. Деньги теперь принадлежат мне. Ну вот моя я и подумала. Голубка, ну вот моя. Я и подумала, что, может быть, голубка, может быть, вы дадите 200-300 франков вперед, чтобы не ломать ваш сейф. Да, я никому не дам дотронуться до моего несгораемого шкафа. Вот я и подумала, может, дадите 200-300 франков вперед. Нет. Не будем говорить о деньгах. Господин, потому что я вообще расстроен. Ну, я понимаю, но может быть дадите... Я очень расстроен. Я бегу к доктору, чтобы он меня немножко успокоил. 300 франков. Скажи, пожалуйста. Неужели он дотянет до этого? Нет, не дотянет. Дайте 200. Нет, это после. Это после. Господин Шапизон, вы же обещали дать 300 франков. Господин... Черт! Тихо. Прям! Подлец. Тихо.
этого негодяя. Тихо, крёстный. А, подлец. Тихо. Ах ты, разбойник! Крёстный, тихо, он еще может услышать. Ты негодяй! Как он здесь говорил обо мне? Замолчите, крёстный, стали красный, как рак. Ага, да? Шарлотта, ты посмотри, кровь течет, течет по ним. Ну, конечно, течет. А глаза у меня как? Прекрасно, глаза. Язык прекрасно справляется со своим делом. Ну, слава тебе, Господи! Этот разбойник с эпизодом, он что говорит каждому, что тут не просто умер, а уже похоронен. Ах, ты негодяй, а ты слышал, что он сказал? Да, конечно. Он сказал, это мой несгораемый шкаф. Конечно, это... конечно, давай. Ты что? Это ты не этого сум, извини. Посмотрим, да, да. Не хочу я больше притворяться умирающим. Ну, это портит мне настроение. Пьёс. Я сказал, не хочу, все. Часы хотите? Часы хочу. Тогда ложитесь. Давайте, ложитесь. Ну, хорошо. Давайте, вздохните. О, ну, что вы дышите, как барышня? Давайте посильней. Дайте мне хрип, предсмертный хрип. Давайте. Боже мой, как я страдаю. Боже мой. Господи. Значит, это правда. А мы-то как раз пошли с кисой по делу ушли, а? Тетушка. Что у вас болит? Вот, ой-ой-ой. Вот уже полчаса мне так отвечает, только стонет. Видите, что здесь делается? Ужасный припадок. Я думала, что сойду с ума. Ой-ой-ой. Ну нельзя же дать ему умереть без нашей помощи. Вы что ж, ничего не пробовали? Нет. Ну вот, не пробовали. Горячие бутылки, припарки, отвары. Вот, пырейный корень кипит в чайнике. Кисонька, налей чайничек. Сейчас, дядюшка, сейчас, успокойтесь. Сейчас вылечим. Сейчас, дядюшка. Да. Мама, это же кипяток. Очень хорошо. Господин Леду, держите его. Давайте. Профессор, вам станет легче, пожалуйста, мама. Ой, правда, какой горячий-то. Ой. Ничего, зато вы согрелись. Что? Что? Ты посмотри, просят еще чай. Щученичек, кисонька, налей. Вот, и микстуру ему пора принять. Микстуру, да, давайте, микстуру. А что-то она как в подвале. Да, ну ничего. Я умоляю. Все, да, дядюшка. Ну, держитесь. Месье Робурден, ручка, хорошо. Ой, Господи, глотается ангельский. Вот, и пилюли ему пора принять. Можете дать ему три штуки. Три штуки? Да? Ой, а тут больше. Ну ничего, быстрее подействуй. Да, а горшки всыпем в отвар. Давайте. Так, киса, поднимай! Мистер Бурден, батюшка. Что вы делаете? Ох, не рада! Вам надо было принять 10 таких порций, а вы только 8. Кажется, он в обмороке. Может быть, хватит с него? Да, по-моему, тоже. Ничего. Обморок его успокоит. Ну, я вижу. Отвар принес ему пользу. Даже не дышит. Дети мои, если начнет задыхаться, вы ему без колебаний отвар. Ага. Сударыня, пойдите. Да. Когда он понял, что конец его близок, не доверил ли он вам что-нибудь важное? Ничего. Он только постоянно говорил о часах. Стиль Людовика 15. Да. Так, что говорил? Что вы говорил? Знаете, он говорил о них как о друге, так. Как о живом существе, хорошо. Которое желал бы видеть около своей кровати. Он хотел бы, чтобы часы стояли около его смертного ложа. Он бы следил за движением стрелок и чувствовал бы себя менее одиноким. Знаете, сударыня, он лепетал, как влюбленный, сударыня. Но вы же понимаете, что я это вам говорю только потому, что вы родственница. Ну, такое можно сказать только самым близким. Одним словом, крестный хотел бы... чтобы часы пробили его последний час. Последний час. Последний час. А, поняла. То есть
Он оставит свое наследство тому, кто подарит ему эти часы, которые пробьют его последний час. Именно так, господи, какая же вы умная, сударыня, да. Ну не то, что я. Да ну это так у меня, это привычка ворочать делами. Да. Господин Лету. Сударыня. Деньги, которые вы хотели положить в банк. Ну, 1200 франков при вас? При мне, а что? Дайте мне. Сударыня, позволь. Выгодное дело, это обеспечит ваш брак. Я вам после объясню. То есть вы считаете, что? Конечно. Посмотрите, что это человек, что ли? Можно считать, что деньги уже в кармане. Ну, я не знаю, сударыня. Нет, если вы не хотите, то, пожалуйста. Кисонька, у тебя теперь женихов хоть отбавляй. Не нужен нам этот. Сударыня, вы знаете, я как раз подумал, а может быть, вот действительно, да возьмите 1200 франков. Ну, чему вы эти 1200? Какие деньги? Дети мои, берегите дедушку. А вы идете за часами? Нет, я иду за доктором. Надо знать наверняка. Черт возьми. Как здесь жарко, господин. И правда дышать нечем. Может быть, окно отворить? Да, вы правы. Да что вы с ума сошли, будет сквозняк. Идите в сад, дети. Ну, идите в сад. Не пойти ли нам в сад? Господин, пойдите в сад. Идите в сад. Идите, крестный. 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 Ты крестный. Он что-то не шевелится. Крестный. Довольно шуток. Мы уже повеселились. Крестный. Да что вы, крестный. Ну вы же знаете. Что я боюсь. Покойников. Господи. Ваше Величество, Людовик 15. Ваши часы. А я пойду в сад погуляю. Тихо. Крёстный, тихо. Тихо, крёстный. Ты кто? Я Шарлотта. Тихо. Не кончится. Ты заставил меня выпить эту карту. Пойдёмте в постель, крёстный. Ты что? Никогда. Давайте сюда. Больше никаких лекарств. Никаких лекарств. Я же здоров. Конечно, здоров. Я абсолютно здоров. Внимание, крестный, внимание. Идут ваши наследники с доктором. Давайте. Закройте глаза, высуньте язык. Ну все, давайте, крестный, притворитесь, что вы ничего не слышите и не видите. Крестный, давайте. Плохо, господи. Вздохните. Что с вами, дорогой друг? Вы страдали, а меня не было после вас. Успокойтесь, я уже здесь, черт возьми, я весь. Внимание! Умоляю вас, доктор, смотрите! Вашим услугам, очаровательница. Ну, утешьте нас, доктор! Сейчас. Ну, по-моему, хуже не бывает. О, да что вы! Плохо, доктор! Плохо, очень плохо! Успокойтесь! Доктор, могу рассказать, какие обнаружили симптомы! Не надо, дитя мое, достаточно того, что он принял все лекарства, которые я прописал ему сегодня утром. Вот именно, что он все принял, после этого начался припадок. Понятно. Да? Лекарства всегда будоражат больных. О. Так, у вас найдется здесь чернильница и бумага? Конечно. И перо, давайте. Так, потому что было, выпишу сущую безделицу. Да. Так. Сироп, таблетки, минеральная вода, мазь и пиявки. Пиявки? Особенно рекомендую пиявки. Смотрите, 25 пиявок. А, видите, ему уже лучше. 35 пиявок. 35 пиявок. Будет точно исполнено, доктор. Хорошо, Шарлотта. Кстати, мне сказали, что меня разыскивает Шапюзо. Я встретил его, когда шел сюда. Он бежал по солнечной стороне с непокрытой головой наподобие сумасшедшего. Да. Приплясывал, распевал песни, пританцовывал, ну, как пьяный. Меня серьезно беспокоит состояние Шапюзо. Умоляю вас, доктор. Вам, кажется, будет гораздо покойнее в постели, дядюшка.
сударыня, сударыня, этот молодой племянник, Доминик, кажется, побежал за часами. А я смотрю, его здесь нет. А? Ты посмотри, что делается, а? Так, никому ни слова, я бегал. Рабурден! А, ну что я вам говорю? Нет, это не Рабурден! Это не Рабурден, мозг, мое солнце, мое солнце! Тихо, тихо. Боже мой, красные круги! На меня так подействовало, что красные круги! Я понимаю, я отведу вас домой и уложу в постель. Меня? Да, ни в коем случае. Я никогда не чувствовал себя таким молодцом, как сейчас. Я молодец! Хорошо. Закройте ему глаза! Закройте ему глаза! Нет, а меня? Не трожь, не помогай! Это даже солнце! Боже мой, падает! Солнце! 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 Так, я это предвидел. Срочно воды и мокрые полотенце. Так. Подождите минуточку, так, полотенце. Доктор умирает! Сейчас, сейчас. Доктор! Доктор, боже мой, доктор, по-моему, он умирает! Да, 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 ему нужны горчичники. Доктор, скажите, что я должна делать, доктор. А, я пущу ему кровь. Доктор, сейчас. Скажи, доктор! Да, сейчас. Умирает! Умирает! Сию минуту! Доктор! Боже мой, доктора, доктора, доктора! Успокойтесь! Помилосердствуйте! Я не могу спасать сразу двоих! Наука бессильна! Шапюзо такой здоровяк, а умрет раньше меня. Что такое он говорит? Вы знаете, вам стало плохо. Давайте мы отвезем вас домой, а? Меня? Да. Ни в коем случае. Мне очень удобно, да, лежать на этом диване. А! Давайте подождем. Вот будем лежать и ждать. Сударыня. Сударыня. Я сделала все, что могла. Сударыня. Госпожа Фике, кажется, побежала за часами. В самом деле ее здесь нет, а я занимаюсь всякой ерундой. О! Ну вот и вторая убралась. Так, одна принесет часы, вторая вернет мне приданое. Ах, боже мой, что такое? А, благодарю вас, Шарлотт. Ой, как я рад, что могу оказывать помощь самым любимым моим пациентам. Шапюзо, я предупреждаю вас, положение ваше чрезвычайно серьезно. Рабурден, я укрою вас одеялом. Так вот. Вот, вот так. Вот так вам будет гораздо лучше. Вот. Вы не представляете, как я счастлив, что могу оказывать помощь самым любимым моим пациентам. Бедный Шапюзо. Бедный Рабурден. Бедный доктор. Благодарю вас, Шарлотта. Господин Исаак, я вас позову. Подождите меня. Реал. Дядюшка, вот если вы будете умницей, если вы будете паинькой. Я буду кроток, как ягнёнок. А будете вы помнить вашу добрую Лизбету? Да, будете, да? Буду. Боюсь. Боюсь сообщить ему такую радостную весть. Да. Доктор, а способен больной перенести сильное волнение? Сильное. Да, очень. Было бы чрезвычайно любопытно выяснить, как на тяжело больных, ага, действует сильное волнение. Так. Я не возражаю. Стойте! Стану с господином Шапюзо на случай, если волнение передастся ему. Правильно, я стану за Рабурдена. Ну, значит, я могу приступить. Начинайте, к делу. Да. Господин Исаак, входите! Месье Рабурден, как говорится, дом горит, а часы идут.
Вот. Часы, желанные часы. Вот это его доконает. Вам нельзя волноваться, отвернитесь. Они мои, да? Да. Они будут стоять у меня здесь, на камине. Господин Висак, держите их еще. А, месье Робурден, у меня затекли руки. Подержите! Я вам говорю! Он встал! Это действует в моей пилюли! Какая тонкая работа, а? Пульс учащается, кровь приливает к сердцу. Какая чистота линии в каждой детали. Прекрасно. Мышцы напрягаются, жизнь бьет ключом. Господин Висак, поставьте на камин. Бродяжка упорозовел, как девушка. А на камине они выглядят еще лучше, правда? Никакой лихорадки. Пульс ровный, а сердце. Сердце бьется, как у 15-летнего юноши, который влюблен в первый раз. Вот что значит хороший рецепт. Элизабет, девочка моя, спасибо тебе, родная. Спасибо тебе. Дядюшка, ну, они уже били. Ой! Бой в полном порядке. Бьют последний час, бьют последний ваш час. Да нет, что ты? Господи, сколько скорби в этом звуке! Да что ты, это райская музыка! Нет. Она возвещает весну! Нет. Она возвещает весну! Боже мой! Боже мой! Так и есть! Часы на камине! Ну, мерзавка! Ну, мерзавка! Нет, ну, мерзавка же! Ну, посмотрите на нее! Ну, нет, ну, напрасные надежды, доктор, да ведь? Напрасные надежды! Последняя вспышка, догорающая лампу! Без сомнения! Вот! Ну, без сомнения! Да, ну что ж, я зайду вечером, если в этом еще будет какая-то необходимость. Послушайте, Шапюзо, вам нужно лечь в постель. Не-не-не-не-не-не, я отсюда не сделаю ни шага. Нет, я настаиваю. Не, мало что вы настаиваете. Послушайте. Ну хорошо, хорошо, я могу пойти, но только не дальше сада. Ну я провожу вас в сад, пойдемте. Послушайте, вы мне надоели. Что значит надоели? Надоели, я вас сам могу взять. Послушайте. Поднять на руки и унести. Ходите, да. Что вы делаете? Ой, ой, ой. Горько, беда какая! Боже мой! Что? Ну что вы смотрите? Опять будете ломаться? Или перепишете срок моих векселей? Эй, хорошо, сударыня. Я прибавлю только обычные проценты. Да. Еще дадите мне 3000 франков долг. О-хо-хо, вы что? Думаете, как говорится, Исаак такой богатый, он что, гребет деньги лопатой? Сейчас, подождите. 3000 франков как раз мое приданое. Эх, хорошо, ладно. Я вечером зайду к вашему супругу. Не надо. Приходите вечером сюда, я сама подготовлю нужные бумаги. А, королева. Королева Сан-Лиса. Господин Исаак, да, да. Часы и два канделябра. Нет, ну а зачем? Зачем ему канделябр? Давайте! Кши, мы же договорились не делать ему таких подарков! Тише! Она сама это предложила! Расставила ловушки. Да, просто более проворно, вот и все. А, вы скажите мне, нищебичи, бежали за мной, да? Мне жалко, что вы запутались в ваших оборках. Моя оборка? Да. Нет, вы слышали, как это меня оскорбляет, а? Ведь я не буду поступать так, как вы. Я найду, что подарить дядюшке, и мой подарок будет не таким дурацким, как ваш. Мой подарок будет более изящный, более изысканный. Я просто подарю более ценное. А я еще более ценное подарю. Тихо! Тихо! Сударыня, идите в сад. Крестный спит. Я только после нее пойду. Сударыня, я не уйду, если она останется здесь.
Уговорите дядюшку оставить все мне. И я буду обеспечивать вас всю жизнь. Хорошо, всю жизнь. Хорошо. Нет, видите, да? Нет, вы видели, какая нахалка? Ну это ужас какой-то, дитя мое. Я очень на вас рассчитываю. Вы об этом не пожалеете. Конечно, пойдемте, сударыня, пойдемте. Пойдемте. Пойдете. Нет, я сижу после вас. Я первая. Давайте, давайте. Она первая. Да, давайте. Она первая. Она первая. Идите, идите. Идите, подушечку нашу отдайте. Ни минуты покоя. Шарлотта! Что? Ушли? Ушли! Часики. Тише, Часики. Так, крест, вы часы получили, да? Я приданое еще не получила. Шапюзо вот и Вассар должны раскошелиться. Да. 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 Что? Жених ты. Да ты посмотри, посмотри, как они выглядят на камине, а? Часики мои, если бы ты только знал, чего мне это стоило. Успокойтесь. Часы пока не ваши, дядюшка. То есть как это не мои? Как? Да я знаю, на каких условиях ваша племянница Фите договорилась с Исааком. А, на каких условиях? Она купила их за 1200 франков. Да нет же, нет. Она взяла их на прокат до вечера за 10 франков. Ведь сегодня к вечеру вы помрете. За 10 франков на прокат. Ах ты, негодяйка! От нее все можно. Пожалуй, за 10 франков меня за ограбили. Крёстный! Антиквариат! Шарлотта, если ты вырвешь у них часы, я тебе их подарю. По рукам! По рукам! Вот! Они пробили ваш последний час. Хватит шуток, Шарлотта! Ну, милые мои наследнички, будете вы меня помнить? Ах, я вам приготовлю подарочек! Шарлотта! Да. Разори их. Уничтожь! Пусть они пойдут по миру с протянутой рукой. Негодяи! Мерзавцы! Коршуны! Любимые музыкальные фильмы в предновогоднюю неделю. Все. Разговоры потом. Мы идем танцевать. Принцесса цирка. То ли еще будет. Невеста. Помолвка. Боже, я сойду с ума. Сильва. Надо что-то делать. Я сам проведу рекогносцировку. Под крышами Монмартра. А где вы видели водевиль, в котором не поют? Матерь Божья, как хороша. Дон Сезар де Базан. А вот и я. Родинам требует от вас подвига. Веселая вдова. Это маленький сюрприз нашим гостям. И это мой муж. И летучая мышь. Едемте все к нам. Я вам все объясню. Настроение праздника. С понедельника по субботу на нашем канале. Легенда мировой оперы. Что помогает вам справляться с волнением? Медленный вдох и выдох.
Это действует успокаивающе, и вы сможете выйти на сцену и спокойно показать все то, что вы репетировали в течение 15 лет. Эксклюзивное интервью. Я слишком любопытна. Мне все интересно. Я хочу знать, что написал Джон Кейдж. Хочу понимать музыку Альбана Берга. Для меня это так же интересно, как оперы Моцарта. В палитре моей жизни должны быть самые разные краски. Джесси Норман. В спецвыпуске программы «Сати. Нескучная классика». В понедельник вечером на нашем канале. Тяжело вздохнул. Да, он очень тяжело вздохнул. Тяжело вздохнул. Прям мурашки мне по спине побежали. Тихо. Шарлотта. Шарлотта. О, Боже! Что? Кончай! Не входите! Не входите! Малейший шум для него мучение! Даже, стой! Доктор при нем! Доктор при нем! Доктор при нем! Вот уже который раз вы нас тревожите зря! И каждый раз это меня так волнует. Да. По-моему, нам лучше сесть, господин Шипузов. Нет, нет, мне очень удобно вот так стоять, прислонившись. Ну, поддержите меня, голубчик, я же падаю. Сударыня, сегодня самый замечательный день в моей жизни. Ах, что вы, господин Леду. Да, я сегодня весь день провел с вами, и вы дали мне понять, что любите меня. Мама позволила признаться вам. Ну, наконец-то. Тихо. Кажется, чем-то поит его. Я слышала, как звякнула ложка. Ей понадобился сахар. Она взяла сахарницу с ночного столика. Нет, из шкафа. Дверцы шкафа скрипнули. Мама сказала, что вы можете поцеловать мне руку. Ведь бедный дядюшка. Вы ангел. Мама говорит, что у нас будет 20 тысяч годового дохода. У меня столько планов, столько планов. Я хочу гостиную, еще более роскошную, чем у тетушки Васак. Хотите, будет? Я хочу камеристку. Естественно. Я хочу 6 новых туалетов каждый год. Что пожелаете? Маленькую лошадку, маленькую коляску. Безусловно. Я хочу маленький замок. Все, что пожелаете моя маленькая и жени, драгоценности, кружева. Да, да, драгоценности, кружева. Киса, а? Лопай руку. Мама сказала, что вы можете поцеловать меня в лоб. На сей раз? Что? Да нет. Шарлот. Ой, что такое? Раздувает огонь в камине. Шарлот. Скорей, скорее! Горячий таблеток, горячий таблеток. Господи, камин погас. Бедный крестный. Он весь застыл. Ой, подождите, подождите. Мне осталось дописать только несколько строк. Да. Пусть подождет, я бумаги разберу пока. Да. Пусть подождет. Чело ваше чистое, прекрасное, как весеннее утро. Тише. Целуйте меня не так громко. Зачем мешать другим? А за домом я решил развести плодовый сад. Ага. И лет через 40... Через сколько? Через 10. У меня будут
лучшие фрукты в городе. Господи, господи, она обжигает мне руки. Скорее, наклейте еще салфетку. Вперед, подвигать сзади, вперед, голубушка. Вы поднимаете ветер своими юбками. Закрывай хоть за собой дверь. Сиди на самом сквозняке. Простудишься тут, пока дождешься. Я хочу спальню. С голубой аппликацией. Повсюду цветы, цветы, цветы. О, это вам. Все, что пожелаете, моя очаровательная Ижени. Никогда я не закончу. Вот дело той дамочки. Вот опротестованные векселя. Вот прошение того господина, который застал свою жену. Ой, вот. Я... Билет. Сейчас закончу наше дело. Подождите минуточку. Нет, это не то. Хорошо, королева. Мадам. Ну, потом и ты. Потом. Зайдите за часами завтра утром. Хорошо, мадам. Помните только об одном. Как говорится, кто Исаака обманет, тот трех дней не протянет. Ну, что вы, ну как вы можете? Я же выдаю дочь замуж. Как я могу? Скорее, скорее, закончилась микстура. Скорее, кто-нибудь, нужно сбегать в аптеку. Что вы нас так пугаете-то, господи? Ну, дядюшка в таком состоянии. Ну, нечего тратить деньги-то. Результат будет. Вот, дай больным волю опустошать всю аптеку. Ну, как ступай. Знаете, сударыня, как знаете. Господин Исаак. Муж был очень занят. Он подписал мне пустые бланки. Я сама заполнила расписочку на 3000 франков. Дело в том, королева, что я еще не решил окончательно. Позвольте. Вы мне обещали, вы дали мне слово. Как говорится, Исаак слово дал, Исаак его и забрал. Риск, риск слишком велик, королева. Как знаете, за деньгами теперь дело не станет. Найду в любом другом месте. Проценты-то изрядные. Делать больше нечего, дитя мое. Остается только ждать. Что? Что там, доктор? Удивительно странный случай. Совершенно непонятная болезнь. Да? Что значит непонятная болезнь? Никаких симптомов. Недуг действует из-под тишка, поразил все органы, а я не могу его определить. Я, опытный врач, не в состоянии поставить диагноз. Боже! Очень серьезный случай. Чрезвычайно серьезный случай. Просто понимаете? Старость, доктор. Да. В возрасте Рабурбена кости утолщаются и могут его задушить. Вы думаете? Да. Боже мой, сколько в науке еще не поздно. Да. Очень серьезный случай. Чрезвычайно, чрезвычайно серьезный случай. Дальше, дальше. Что дальше? Что дальше? А что дальше? Дальше. Дальше 6 часов. Ну. Пора обедать. Как обедать? Как обедать? Да. Почтеннейшее общество. Я пошел обедать. Спасибо. Доктор. А вы? Вам всем ждать. Господин Шубизов, пойдемте обедать. Нет, нет, я постою на посту до конца. Да нет, пойдемте обедать. Нет. Ну, время-то обедать. Да вот и я говорю, пойдемте обедать. Нет. Кисонька, ты голодна? Вот немножечко. Вот, я бы скушала что-нибудь, хотя бы пирожное. Да. Вот, а теперь придется голодать. Пойду перекушу. Подождите, королева. Как говорится, когда Исаак слово дает, назад никогда не берет. 3000 франков. Прошу. Расписку. Я пошел. О, Боже! Он умер! 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 А я вот не могу плакать. Я тоже. Горе таю в себе. Я тоже, но мое горе мучительнее вашего. Да, кисонька, ты можешь плакать? Нет, нет. Да? Можешь. Можешь плакать. Плачь. Плачь, киса, плачь. Боже мой, как ты счастлива, что ты можешь плакать, а? Кисонька, ну, пойдите утешьте.
утешьте ее. В саду, в саду. Киса, 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 только лопай руки, лопай руки. Господа, а нам надо выполнить некоторые формальности. Такой хороший человек! Да, да, умница какой был, делец какой, а. Мы были друзьями. Да. 40 лет. Да, надо пойти в мэрию. А помните, какой он был веселый? Да. Пока болезнь не сделала его несносным. Да, как он говорил о своей близкой кончине, прекрасно говорит, да. Прекрасно. У меня до сих пор звучат просто в ушах эти слова. Он умер, но шел именно так, как мечтал этот прекрасный, замечательный, самоудивительный, великолепный. Надо подумать об извещении. Человек. Ну вот они. Кто? Ну слезы. И у меня благодатные слезы. Хватит! Да, хватит. Ну все кончено, он помер, давайте займемся делом. Займемся делом. Да, 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 мы же не дети. Да, и слезами ему не вернешь. Нет, нет. Да, 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 да. А насчет извещения о смерти я беру на себя. Да, да, да. Будьте а вы, молодой человек, пойдите, заявите в мэрию. Слушаю, господа! Господа! О, мое траурное платье готово. Я побежала в Надо пойти на кухню, приготовить что-нибудь, бульон или кофе. Но придется же бодрствовать всю ночь у тела. Нет, ну сидеть же придется у тела-то всю ночь. Надо же пойти что-нибудь приготовить. Пойду приготовлю, конечно. Пойду я теперь приготовлю. Что мне делать? Не хотят ли эти кумушки меня спровадить? Они готовы растащить весь дом. Боже, сколько серебра. Нечего ему здесь валяться, нечего. Им надо следить за сумкой в фике. Она может вынести в ней всю обстановку. А где же трость с золотым набалдашником, а? Где же трость? А вот она. Черт возьми, кончик виден. Надо открутить набалдашник. Кто это? Ах, это ты, малютка. А что тебе нужно? Теперь, сударь, когда все принадлежит вам, вы, конечно, не откажете и дадите мне денег на расходы, а? Ну, мне за ними придется идти домой. А, да? Да. Идите, идите. Меня же ограбят. В мое отсутствие. Ну, сударь, ну я же здесь. Я буду на страже. И ты не отойдешь от шкафа. Это мой любимый шкаф. Ты знаешь, он такой прохладный. Такой приятный. Такой папаша, приятный. Папаша, папаша! А, да, а, да, да. Я пойду и скоро вернусь. Идите, идите, а я буду ждать. Но я вернусь. А я буду ждать. Бегите, 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 скорее. Скорее бегите, папаша, скорее. Бегите, бегите. А что здесь такое происходит, а? Ой, не мне показалось, кто-то смеется. Ну что вы, да? Сударыня. Это, наверное, я издали просто слезы приняла за смерть. Да. Что же у вас так беспорядок такой там в кухне-то, сударыня? Ничего нельзя найти. Ни поесть, ни поесть. Да. А, есть хочется. Уже даже тошнит меня от голода. Что мне делать? Ой, а что это у вас тут вот такое, а? Это рум, сударыня. Это поешьте. Вот здесь вот. Это рум? Да. Ну, я тогда маленькую рюмочку выпью. Да? Ну, хорошо. О, как раз. Поела. Пойду.
Идите, сударыня, идите. Вы-то должны отдать ему последний долг. Пойду отдам, конечно, пойду. Он все оставил вам. Мне? Все мне? Да. Да, сегодня утром он сделал завещание, когда вы были в саду. Я обмакнула перо в чернила. Боже мой, все мне. Да. И дом, и деньги, да. Мебель, все. Сюда, все вам, все вам. Ну, я же обещала вам помочь. Вы же обещали меня вознаградить. Начинается. Стоит только разбогатеть. Все хотят залезть в карман. Но вы, сударыня, не на ту напали. Но если вы будете мне служить, я подарю вам полдюжины хороших полотняных сорочек. Благодарю, сударыня, благодарю. Так, ну пойдите, помогите мне вынести часы. Часы? Да, часы. А зачем их выносить? Вы же их купили. Да, конечно, купила я их. А, да? Пойдемте за часами. Пойдемте, пошли. Минуточку. А что это вы так разговариваете со мной? Ничего, пойдемте за часами. Что вы, сударыня, что? Объясните мне, в чем дело? Что такое? Я подарю вам дюжину сорочек. Нет, вы не умеете ценить услуги, которые вам оказывают. Подождите, сударыня, объясните мне, в чем дело, я не понимаю. Хотите потерять наследство? Пожалуйста, мне-то все равно. Пожалуйста, теряйте наследство. Подождите, нет, сударыня, я же... Нет, нет, ничего, нет, 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 нет. Сударыня, вы что делаете, а? Ты посмотри, что она делает, а? Сударыня! Ну-ка! Шарлотта, Шарлотта! Ну, выйди на минутку, ну, не поняла я. Я не поняла. Просто... Нет, пускай завещание будет признано недействительным. Нет, ну вы объясните мне, сударыня, просто вот в чем дело? Ну, завещание безуговорочные условия. Вот такое вот. Наследство поняла. Получит так, тот, ага, кто так. Купит часы. Вот поняла теперь. Нет. Поняла, да. Да. А кто это придумал, этот бред этот? Это кто это? Вот та. Этот гнусный, мерзкий старик, да, а? Да. Ах, гадкий! Противный, омерзительный! Я не знаю, что я с ним сделаю! Он всегда был таким, весь город это может подтвердить! Я подам в суд на него. Правильно. Я подам в суд и посажу его. Посажу и все, вот и все! Вот что делать теперь, ну, я? Ничего, сюда, мне просто ничего не получится. Да замолчи ты, дура, ты посмотри, просто что... ничего не получится, и все. Нет, ты посмотри, ты дура, ты можешь помолчать или нет? Ничего просто не получится. Ну, я вот уже придумала. Придумала? Ну, конечно. Что придумала? Ну, конечно, я все придумала. Вот что значит привычка ворочать делами. Сейчас все придумала. Да? Да. У тебя хватит дуры ума подождать меня здесь? Да. Вот сидишь здесь. Сиди здесь и жди меня. Что? Куда это так несется моя кузина? Господи, сударыня! Как вам идет черный цвет? Боже мой! Очаровательно, очаровательно, сударыня. Ой, а вы не находитесь, что слишком много кружев? Да что вы, сударыня, ну разве траур носит для того, чтобы себя уродовать? Ой, какая вы умница, девочка моя, правильно, траур носит в душе. Очаровательно, это же две недели, я встречала твою партнерку. Ваш наряд произведет фурор на похоронах, сударыня. На похоронах! Да! Дитя мое, на похоронах. Боже мой! Нет, на самом деле, ну куда побежала моя кузина? Мне показалось, она слишком встревожена. А у нее есть все основания тревожиться. Что? Что в самом деле? О, боже мой! Наш милый дядя! Пожалуйста! Сударыня, ну я же обещала вам помочь. В завещании сказано, что наследство получит тот, кто устроит самые пышные, самые роскошные похороны. Ну, вы, конечно, готовы на такое великодушие, сударыня? Дитя мое! Я об этом думаю уже много лет! Да, да. Сударыня, самые пышные, самые роскошные похороны за упокойную у главного алтаря. На 300 франков свечей. Господи, хватит и на 100. 1200 бальзамирования тела. Что? 500 франков в пользу бедных. Ну что, хочешь меня разорить? Дитя мое, подумайтесь, его бальзамировать? Ну, в общем, 3000 франков. Да, в завещании сказано, ровно 3000 франков. Я предпочитаю отказаться от наследства. А, да? 3000 франков. Ну хорошо, ну тогда этот новый племянник Доминик, я тогда вот ему сейчас дам, я вот ему, а он-то, конечно, заплатит. Да, я сейчас, я пойду, отдам, ага.
Я не поняла. Девочка моя, красавица, сокровище мое, Шарлоточка. Умница, расчудесная, моя хорошая девочка. Я бы хотела оплатить все сама, сейчас. Сейчас? Прямо сейчас, да, пока племянник меня не опередил. Боже мой! Такая уйма денег на покойницу! Дарница, дарница, а то весь город будет 10 лет говорить о вашей щедрости. Да. Все будут превозносить ваше достоинство. Все будут говорить, какая вы прекрасная, красавица. Все приползут на колени. Дети, где дочь судей, судья, нотариус. Они сожалели лопнут от царя. Все, сударыня, все будут преклоняться перед вами. Здесь 3000 франков. Господи, вы же даже не знаете, как их надо беречь. Я знаю, как их нужно беречь. Ну вот. Вот она я. Купила, купила. Я купила, честно. Вот счет. На имя Рабурдена отмечены вчерашнее число. А что это кузина там стоит? Да вы знаете, она дура. Да? Она считает, что наследство достанется ей. Пусть считает, мама. И куда это так вырезалась моя кузина? Да вы знаете, она дура. Она считает, что наследство достанется ей. Сударыня. Но? Сударыня, я попрошу вас никуда не уходить отсюда. Да? Что, почему? Завещание находится здесь. Где? Где именно? Завещание находится в сейфе. Да, но ключ-то потерян. Ключ нашелся. Ключ лежит под подушкой у бедного крестного. Вы что, в головах у покойника, что ли? У мертвеца. Сударыни! Да нет. Имейте уважение к смерти. Это безмозглая Олимпия думает, что наследство досталось. Это сквалыга Лизбек воображает, что завещание в ее пользу. Я так рада, что досталось вам. Девочка моя. Да-да-да, это трогательно. Оценим! Да. Наконец, дядюшка, сказала тебе ваши ветки. Прекрасно, я так уважаю. Это что-то невероятное, это что-то... Я не пойду. Я боюсь покойников. Да? А вы идите домой, а? Даже не знаю, может быть, почудилось мне это. Почудилось, просто почудилось, да? Нет, думаете, нет, почудилось? Нет, да, даже сердце закололо, сердце закололо у меня. Да, сердце закололо. Иногда в сейфе кладут заряженные пистолеты. Ну, я же вам говорю, идите тогда домой. Дайте мне. Мне знакома эта система. Да! Да. Там надо сначала колесо. Да, отойдите, отойдите сюда. Я знаю все, я... Только просто сначала... Не. Папочка, давайте поклянемся, что не дотронемся до золота, да, независимо от того, кому достанется наследство. Клянитесь. Да, да, согласна, обещаю, да, клянусь. Ой, сейчас. Где, боже мой, какие сокровища, да, чтите. И богатство мы сейчас. Да, я даже осталось, не смотрю. Я не смотрю. Я не смотрю. Ну-ка, что? Тихо. О! Не смотрю, ослепну. Я что, ослепла? Там нет ничего. Пусто. Там. Просто черно, как в этой... В заводской печи. Ну, хорошо, в заводской печи. Там даже на полочках ничего нет. Там в углах ничего нет, там нигде ничего нет. Что? Обокрали. Боже мой! Воры, а? Там, ах, ты посмотри, что они сделали. Я видела, подождите, не смейте ничего класть, я в сумку. Что, я сама у себя, что
Караул, закричу! Ну как я могу сама узнать? Давайте посмотрим, там наверняка все в ценных бумагах. Не толкайтесь, только, не толкайтесь только. Ну надо это открывать. Я не пущу. Хорошо. Завещание. Мое завещание. Это мое, видишь, он говорит, мое завещание. Молодец. Молодец. Я умираю. Вот молодец. Глубоко растроганы, нежнейшей заботой, оказаны мне преданными и любящими друзьями. Ну, дядюшка, ну ясно, наследница-то я. Да подождите. Ну, да вот нас. Ничего тут не ясно, я не нахожу слов, чтобы выразить мою глубокую благодарность, исключительную утонченность и деликатность, с которой мои близкие ухаживали за мной. Мой последний час достойный, дядюшка, нет сомнений, что это относится ко мне, но неужели к вам? Подождите, я наследница! Твердо решив ни в чем не ущемлять интересы своих наследников, да, я составил точный список денежных сумм, которые каждый из них брал у меня в долг и не вернул. Что, издевается, что ли? Я не поняла. Я разорен и завещаю им все то, что они мне должны. Ваши долги – это ваше наследство. Нахал какой! Ой, как обидно, боже мой! Такая! Море на денег! Ты посмотри, а! Только с того света он решился сказать правду, а! Ну попадись он мне! Я не знаю, что я с ним сделаю тогда! Тихо! А что это? Мне показалось, что там кто-то чихнул. Да он и не умирал. Сейчас умрет. Поддержите, не надо. Не надо, я прошу. Ай, больно. Ой, я прошу, приближайте семья. Успокойся, сейчас все отпустим. Я все отпустим. Да, объясняйте мне. Подождите. Это все, что ты нам оставил. Подождите. Так, пусть. Нет. Вы издевались над нами. 10 лет мы нянчились. 10 лет насыпали вас подарками. Каким это точно? Как я расплачусь своими долгами? Часы захотелось. Да подождите. Я покупаю часы. Я упостанировать. Пожалуйста. Успокойтесь, девочки. 10 лет назад вы обещали нам умереть. Вы умерли. Девочки мои, любимые вы, мы же одна семья. Вы поймите. Да. Давайте помиримся. Нет. Но ваши подарки. Они вот, подарки. Подарки. Ничего. Ой. Больше не получится. Ой, ничего. 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 Девочки, вы что? Что делаете? Соберу все, что я принесла. Вы что делаете, девочки? Я знаю. Подарки. Это весь мужчина. Это не моя! Господи! Женщину эту я принесу! Не надо! Я прошу, не надо! Руки! Не надо! А это будет ваша урна для праха? Я не выпущу вас! Я не отдам ничего! Я не дам! Остановитесь! Остановитесь! Что вы делаете? Не надо! Прощайте, дядюшка! Караул! У меня нет больше наследников! Все ты! Ты во всем виновата! Я просил тебя быть с ними поласковей, а ты разорвала их клочья! А кто говорил, разори их, Шарлотта? Пускай они пойдут с протянутой рукой, никто им не стоит говорить! Конец лакомством, конец подарком! Они же больше никогда не вернутся! Они не вернутся? О! Ну вон, вон они никуда и не уходили. Так, так, идите к себе, крестный, и не выходите без моего сигнала. Я никогда не видел племянницу Фике в таком гневе. Я никогда не видел племянницу Маша в такой ярости. А мы же одна семья, и я так нуждаюсь в ласке.
Идите к себе, идите к себе, просто идите. Что вы? Не знаете, как вернуться? Ну, поймите, что ваше общественное положение только в том и состоит, что вы наследник. Но все же будут на вас пальцем показывать. Никто не придет на поклон, не предоставит кредита. Поймите, что ваше общественное положение только в том и состоит, что вы наследницы. Ну, не захотите же вы сами себя пустить по миру. Да, но он разорен. Пустяки. Что вы скажете своим кредиторам? Господин Рабурден? Ваша единственная гарантия. А у него денег-то нет, где деньги, где? Сударыня, а как вы выдадите дочь замуж? Знаю. Господин Рабурден, приданое кисы. Сударыня, клянусь, не пройдет и 5 минут, как она начнет рассыпаться перед дядюшкой. Уж будьте покойны, я не глупее ее. Сударыня, ну вы же умная женщина. Посмотрите на вашу кузину, посмотрите. Она сейчас начнет лебезить перед дядюшкой. На мне что лебезить? Я никогда не переставала любить дядюшку. Ага. Прекрасно. А вот передушки. Проходите, дорогие, боже. Господи. Господин Шапюзо, что с вами случилось? Ничего. Я оступился и упал. Да. Меня отнесли домой. Да. Но я приползу сюда даже на четвереньках. Я принес тебе 300 франков. Возьми, спрячь хорошенько. Сюда, да, спасибо. Катафалк уже готов. А Исаак пока здоров. Почтеннейшее общество, все в сборе. Я чудесно пообедал. Доктор, да. Пора нашего покойного друга отвозить на кладбище. Так отдадим ему наш долг, ну, что ж, и наши почести. Да. Давайте, молодые. Спасибо. Дети мои, друзья, семья, чудо вернуло меня к вам. Я ждал чуда, я дождался. Да, вот это чудо. Это чудо, господа. Как он встал с постели, а мои платежи? Ну как можно говорить о деньгах, когда еще срезался? А моя свадьба? А мои 1200 франков? О чем вы говорите? Какие 1200? Он что, воскрес, что ли? А 300 франков, мои, доктор, что произошло? Что произошло? Пиявки подвели. Быть наследником Рабурдена, это же положение в городе. Это 100 000 франков. В перспективе, да. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну и шутник же вы, Рабурден, ничего не скажешь, да. Ничего не скажешь. Природа лучший лекарь. Ну и у нас есть кое-что в запасе. Выпишем сломительное. Месье Рабурден. Да. Это вам. А что такое? На потом. На потом. Исаак, да. Когда дышишь на ладан, то лучше умереть сразу, а не потом. Не правда ли, Рабурденчик? Да, мой друг, да. Это моя самая большая мечта. В тихий осенний вечер, в кругу семьи, навеки сомкнуть глаза. И тогда все это будет ваше. Шарлотта, Доминик, вы куда? Идите к нам. Нет, мы идем к священнику.